довольно необычное видео. Здесь есть монеты Евросоюза. Есть монеты бывшего Советского Союза. Есть монеты, уже не действующие, Украины. Но самое главное, это та царевна-лягушка, которая ведет упорный, интенсивный со мной борьбу. Ну, целовал я ее. Ну, не превращается она в царевну-лягушку. Более того, она объявила забастовку. Она уже даже не ест червей. Показываю. А знаете почему? Потому что она в неволе. Вот если бы вас держали несколько дней в банке, вас бы это радовало? Цветы, монеты, Евросоюз и все остальное. Я понимаю, что это выглядит довольно глупо, но поверьте мне, эта лягушка значительно умнее, чем мы с вами. Она уже так устала от фотосессии, что даже не двигается. Ну ничего, до утра еще далеко. Я думаю, она сможет исправить эту ситуацию. Дело в том, что все же достаточно относительно. Вот обратите внимание на ту книжку, которая находится за цветком. Станислав Лем. Воспоминания Иона Тихого. Звездный капитан. Ну, это у меня отдельно есть видео, когда я бороздил космический корабль, Вселенную. Камуфлированная форма у нее, сами видите, защитная. Камни круглые. Это вода их так расточила. Ну, а все остальное не имеет значения. Когда она оживет, начнет прыгать, я сделаю продолжение. Вы готовы? Кстати, там машина DeLorean, которая тянет паровоз, который едет назад в будущее. Ну, это совсем другая история. Привет, красавица. Прыгать будем? Нет, у нее сегодня явно не артистическое настроение. Ну ладно. Пускай отдыхает. Ведь время-то уже позднее. Ни много, ни мало. 3 часа ночи. Спасибо за внимание.